и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть футбол, который обещает быть. Они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подав... Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подав... Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть футбол, который обещает быть. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подав... Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Дамы и господа, приглашаем вас присоединиться к нам и посмотреть футбол, который обещает быть. Сегодня они сыграть высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подав... Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Удар по мячу, и игра началась. Роберто Перейра. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Роберто Перейра. Есть вариант для паса. Фернандиньо. Николас Отаменди. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Деолофео. Нужен навес. Трой Дини.